тысячи озер и вереницы угрюмых сопок, почти на краю земли, за полярным кругом, встречает вас Лапландский заповедник. Острые пики елей вонзаются в приземистые облака, ковры разноцветных ягод, грибы, скатившиеся на тропинку. Земли издавна принадлежали первобытным саамам, огромным стадам северных оленей и множеству глухарей. Под натиском цивилизации устояли лишь сейды, священные камни саамов. Здесь горстка энтузиастов хранит еще веру в сказку, ведь можно коснуться радуги сквозь снег, увидеть, как нерестится форель, почувствовать вкус шикши и узнать, как велика и разнообразна природа вокруг нас. Пока людям по душе дикий мир, есть надежда сберечь эту хрупкую, первозданную красоту.